Горит Турция? Давайте проведем аналогию с Древним Римом. Только послушайте очень внимательно, чтобы понять эту самую аналогию. Итак, Нерон. Помимо того, что он был императором, называли Нерона также отцом Отечества и великим понтификом. Изначально связывал узы братства с сардинским царством. А перед сицилийцами Нерон извинился за деяния своих предшественников, в частности за Калигулу, который любил пытать сицилийцев и извращаться на сицилийках. Что касается Рима, то помимо самих римлян в империи проживало огромное количество неучтенных рабов, сезонных рабочих из ближних провинций а также мигрантов из стран, прилегающих к границам империи. Огонь распространялся очень быстро, и этому способствовали искривленные узкие улицы и огромные здания, которые также препятствовали движению толп спасающихся от пожара. На помощь даже пришли сардины, которые тоже оказывались бессильны в борьбе с языками пламени. Бытует мнение, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворах видели поджигателей с факелами. Согласно легендам, когда императору донесли о пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнем с безопасного расстояния. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трой. Есть и другие сведения от пережитых пожар. Мол, Нерон немедля отправился в Рим и за свой счет организовал спасательные команды для спасения города и людей. Пожар бушевал 6 дней и 7 ночей. Нерон обеспечивал снабжение города продовольствием, чтобы избежать голодных смертей среди выживших. Для того, чтобы восстановить город, требовались огромные средства. Провинции империи были обложены единовременной данью, что позволило в сравнительно короткие сроки отстроить столицу заново. Вскоре после пожара Нерон заложил Золотой дворец. Для себя, конечно же. И именно к этому он стремился с помощью пожара, чтобы отвлечь народ Рима. Но Нерону необходимо было срочно найти ответственных за пожар. И этими ответственными стали христиане. Через несколько дней после пожара христиан обвинили в поджоге города. По Риму прокатились волна погромов и казней. Так Нерон завуалировал глаза народа Рима, избавился от христиан и построил себе золотой дворец. Но и одновременно внушил народу, что он их падре во веки веков кормилец в трудные дни. Эрдоган на турецком небосклоне с 2003 года. Тюркский мир называет его отцом тюркизма великим защитником тюркского мира. Эрдоган извинился перед Зазами и Аливитами за деяние своих предшественников за Дерсимскую резню, совершенную в 1930-х годах, в ходе которого турецкими войсками были убиты десятки тысяч этих самых ЗАЗа и Аливитов. Тем не менее, вот уже несколько дней в Турции бушуют пожары, очаги огня только разрастаются, и горит уже почти 40% территории. Не помог даже доблестный азербайджанский МЧС, уверенно сбежавший от огня. Иначе говоря, азербайджанский МЧС не то, что с сардинами, но и с сардельками несравнимы. Касаемо Турции, кроме самих турок, в стране проживают надоедливые курды, а также сотни тысяч беженцев из Сирии и Ирака, за которых Турция получает из Европы немалые суммы. Бушующий пожар Турции взваливает на поджигателей то на греков, то на курдов. Неровен час, когда и криптоармяне найдутся. Эрдоган, чья экономика трещит по швам, а в отношении с соседями и Европой треснули на глазах, отвлекает внимание на пожар. И есть мнение, что это его рук дело. Между тем, Эрдоган из руки кормит свой народ, пострадавший от пожара, швыряя ему хлеб и чай, и уверенно демонстрирует, что он ни при чем, это все враги, Турции. И не только курды. Например, известный турецкий телеведущий и обозреватель Азизустел обвиняет в пожаре греков и в своем микроблоге в Твиттер сделал запись о том, что греческие города Салоники и Афины станут турецкими. «Наше терпение иссякло. Салоники и Афины станут 82-й и 83-й провинцией Турции», написал турецкий обозреватель. История не уходит вспять. Она всегда повторяется. Меняются только персонажи. И в будущем выпуске я еще проведу одну аналогию, только уже связанную с недавней войной в Арцахе, с Юникским коридором, или как его еще называют, Зангизурский, подстрекателями к этому коридору и внутренних врагах. Подписывайтесь на Антитопор и делитесь им со своими друзьями.